На одном из спецучастков я допустил небольшую ошибку. Мы съехали с дороги, прилегли мягко на бок, поставили машину на колеса, выехали, но на этом потеряли 5 минут. Но тем не менее мы доехали до финиша, довезли машину. Родная трасса, карельская «Белые ночи». Лучшая гонка в стране. Гонка прошла, как и в спортивном плане, для меня хорошо. Команда первое место. Ну и радостные зрители, которые жмут руку по финишу и говорят спасибо за зрелище. Это вдвойне приятно.